красиво чувствовать звук, а уже на этой основе выбирать для себя более узкое направление какое-то. Либо это ближе будет к эстраде, но с другой стороны, если мы возьмем современную эстрадную нашу вот школу. Ситуацию, которая складывается на данный момент. Она печальная. Вот, и она очень печальная. Я даже не хотел говорить. Она вот. Ужасная. И, для эстрады. Дорогие друзья, предположим, мы привнесем вот современные интересные вот эстрадные аранжировки, дополним их более качественным, более правильным вокалом. И они, я думаю, только выиграют. В этой ситуации. Я в этом не сомневаюсь. Моя профессия саунд-продюсер. Вот. Я занимаюсь постановкой голоса для записи и его электронной обработкой 31 год своей жизни. Вот, поэтому вы согласитесь со мной, что правильное пение, оно всегда да, может лишь привнести положительный момент вот,